привет, я Максон, Эйфория Крю, это Валёк. Тоже Эйфория Крю. И мы представляем юг нашей необъятной родины России. В частности, город Краснодар. Но предыдущий Move & Prove оказался для нас очень успешным, так как мы приехали и сделали очень тепло на севере, тем самым забрав первые два места. Категория 2 на 2 и 3 на 3. К сожалению, Леонид Синельников АК «Орбит» не может двинуть на следующий Move & Prove, поэтому... Максон и Валёк будем представлять юг России, Уфария, город Краснодар. Нам помогло победить многочисленные тренировки. Совместное общение. Мы были не настроены побеждать, а были настроены танцевать и врываться, что мы, собственно, и делали. И это такое вдохновение, уверенность и спокойствие нам помогало двигаться дальше, дальше. Каждый раз, под каждый трек мы понимали друг друга, чувствовали, у нас были клевые взаимодействия, которые нравились публике и всегда. Мы ждем нереальной отдачи, нереальной атмосферы, нереального прокача от этого. Мы ждем, опять же, общения друг с другом, новые встречи, знакомства, новых людей, которые танцуют электро, которые двигаются вместе с нами. Хотим также показать опять наш стиль южный. Конечно, прокачаться и потратить много денег на дорогу. Что вы хотите сказать соперникам? Ребятки, к нам приезжают наши гости из Парижа. Ну так давайте мы их встретим и надерем их за. Как следует.